Здравствуйте! Сегодня гравируем опять деревяшку и будем использовать пищевую соду. В прошлом видео я обещал, что с солью покажу, как сразу покажу, на чем гравируем. Фанерку напилили. Почему не видно прожилок? Потому что выбрали качественную, хорошую фанеру, чтобы на ней видно было гравировку. Отшлифовали ее. Сучки есть, но на них не гравируем, поэтому они на оборотной стороне. На вот этой стороне тоже не гравируем, потому что здесь недошлифованная, слишком кривая. Дальше приготовил раствор насыщенный обычной содой пищевой. Как приготовить раствор насыщенной соды? Берете стакан, берете воду, сыпите и мешаете максимально, чтобы растворилось. Если зальете кипятком или нагреете, то получите щелочь, потому что натрий гидрокарбонат в воде гидролизуется, углекислая кислота нестабильна в воде, появятся пузырьки, все это улетит и останется натрий с водой щелочь дает. Поэтому нагревать ее не надо. Что делаем с фанеркой? Здесь я нанес 3 слоя с промежуточной сушкой. Как наносить? Можете палочкой, можете чем угодно. На плафон. Намазали. Феном высушили. Потом еще один слой, еще один. Так, 3-4 слоя. На содой мы уже гравировали, это просто показать вам, что получается. Фанерка это подписана. Массив мощности, который использовался в прошлом виде, он был сделан в SCAD 2 программе. SCAD 3 спокойно открывает SCAD 2 файлы. За одним исключением. Задержки взяты в другом лазере. Сегодня 30-ваттный лазер Райкус. Источник. Линза с рабочим полем 130 на 130 миллиметров. Файл будет, ссылка в описании. Можно скачать, посмотреть, какие параметры присвоены каждой букве. Приступим к гравировке. По вертикали изменяется частота, по горизонтали изменяется мощность. При высокой мощности начинает
дерево воспринимать инфракрасное излучение. В этом уголке будет максимальная мощность, минимальная частота. Как видите, с содой тоже можно получить гравировку на дереве. Условную гравировку. Не совсем сода хочет гравироваться, но все равно есть. Цвета есть, то есть если сделать 2-3 прохода, она прожжет. Наверное, прожжет. Если вам понравилось, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. В следующем видео покажу гравировку соли. Результат тоже определенный есть. Если вы еще не попробовали, как с солью и содой, посмотрите у нас. А сегодня все. До свидания. Удачи вам в гравировке.